Мы представляем специальное предложение только сегодняшнего дня. Спецпредложение дня – это максимальная скидка и самые актуальные предложения в пол. Всего лишь 1999 рублей за шикарное платье со стройнящим эффектом. Живота видишь? Нет. Вот, вообще нет. Вот. И в пол, посмотрите, мне нравится, что здесь много ткани. Я сразу чувствую себя прям такой леди. А высокой ты себя чувствуешь, Оль? Потому что я тебе должна сказать, что такая конструкция платья еще и ко всему прочему рост добавляет. Вот так, кармелит-то какая у нас шикарная, да еще и, внимание, 9 цветов на выбор. Вот такая у нас сегодня палитра, давайте знакомиться. Зеленый цвет выбирает наша Оленька для себя сегодня. Зеленый, конечно, всегда вне конкуренции, цвет хороший, идет очень и очень многим. Давайте знакомиться дальше. Я, как вы знаете, очень часто голосую, например, за цвет коралл. Коралл, кстати, тоже считается цветом универсальным, так же, как и зеленый, который выбрала для себя Оленька. И, кстати, чем хорош коралл? Он прекрасно освежает лицо. Так, следующий слив. Сливовый цвет, такой насыщенный, яркий. Как ты думаешь, вот если выделиться из толпы, нормально подойдет? Вполне, но при этом, ты знаешь, он не просто яркий, он еще при этом достаточно такой локальный, как принято говорить, цвет. То есть такой цвет можно рекомендовать абсолютно легко барышням всех цветотипов. Так, а у нас еще и солнышко. Вы знаете, если вы хотите, чтобы все относились к вам как вот к лучу солнца, вот однозначно выбирайте для себя платье кармелита в желтом исполнении. Ну что ж, давайте посмотрим, какие еще цвета у нас присутствуют в наличии. Есть у нас еще и коралловый. Как ты относишься к кораллову? Мне очень нравится этот цвет, но ты знаешь, еще мне очень нравится вот такой оттенок, цвет грозового неба, это серо-голубой цвет у нас в заказе, благородный, интересный оттенок. Если вам нужно сдержанное платье, обратите на него внимание. А у нас еще есть мятный цвет. Ты знаешь, я знаю, что он года 4 назад был очень актуален. Как в этом году сейчас? Ты знаешь, вообще пастельные оттенки, вот такие мелковые, тоже актуальны, поэтому мятный прекрасно подойдет, если вы хотите быть в тренде. Если вам нужен вариант, возможно, на работу или на вечер, наоборот, такой нарядный какой-то, да, это, конечно же, темно-синий оттенок, глубокий цвет, насыщенный. Но это еще не все, у нас есть еще для вас два цвета. Давайте посмотрим на подиум, там уже появились наши девочки. Так, сирень выбирает наша брюнетка Татьяна, и синий васильковый цвет выбирает наша блондинка Оля. С ума сойти, 9 цветов на выбор. Ну, вспомните, когда мы приходим в магазин, ну, пару, троечку цветов, правда? И все они не такие яркие, черный, белый, серый, надоело! Хочется раскрасить свой гардероб. Платье кармелита в 9 цветах на выбор по цене с максимальной скидкой. 1500 рублей сегодня остается в вашем семейном бюджете. Ну и, конечно, стройная фигура вам также гарантирована. Слушай, а может, будут какие-то рекомендации по подбору размера, чтобы прям вот надели и похудели? Да, ты знаешь, Оль, действительно хочу здесь один акцент сделать по выбору размера. Смотри, какая у нас интересная конструкция платья. Платье называется силуэт, такое платье, труба или колонна, то есть платье прямого силуэта. И здесь самое главное, чтобы оно хорошо сидело по бедрам. Поэтому выбирать с вами будем именно по нижнему размеру. То есть тот размер, который вы привыкли носить по бедрам, мы с вами и будем выбирать. Например, 52-й сейчас на нашей Татьяне и 54-й на Оле. Ну а вот, кстати, Оленька, тебе я выбрала 48-й, потому что да у тебя по бедрам что? Меньше размер, чем по груди. А здесь смотри, как у нас хитро. Вверху свобода у нас, да, свободный напуск. Поэтому даже если верхний тип фигуры, все равно выбираем именно по объему бедер. Так, ты мне подарила настроение на целый месяц как минимум. Я стала 48 размера. Невероятно. Слушай, вот еще мне очень нравится ткань. Она здесь практически не ощущается на теле. Для лета это то, что нужно. Еще вид у нее какой-то особый. Она прям переливается. Расскажи, что это за ткань? Как она называется? Из чего сделана? Это вискозный трикотаж. Но ты знаешь, ты очень правильно обратила внимание на фактуру, Оль, потому что здесь необычный вискозный трикотаж. Здесь трикотаж тяжелый, как я его люблю называть. Почему? Вы видите, за счет того, что он достаточно плотный, имеет вес, у нас с вами получается, во-первых, вот такая игра цвета очень красивая, да, видите, переливы. А во-вторых, именно такой трикотаж, видите, имеет какое-то свойство струиться вниз под собственным весом и вытягивать силуэт таким образом, и делать платье действительно шикарным. Вот, шикарное платье кармелита! Если вы мечтаете о платье, которое сделает вас стройнее, если вы мечтаете о платье в пол по доступной цене,
Так, завтра уже цена будет больше 3000 рублей. Я вас предупредила. Сегодня 1500 рублей остается с нами в нашем карманчике. Кстати, карманы здесь тоже есть. И 1999 рублей. Именно столько сегодня для вас стоит кармелита. Давай про карман поговорим. Все-таки платье в пол, да? Да. С карманами. Но почему бы нет? Ты знаешь, Оль, в чем особенность? Мы такое платье можем носить и с каблуком, и без. Вот согласись, надела ты это платье с плоской подошвой. Ну, в город куда-то отправилась, да, может быть, на работу. Но всегда же так расслабленно себя чувствуешь, если опустишь ручки в карманы, правда ведь? Да. Но вы всегда можете это платье перевести в разряд вечерних, просто надев каблук. И, кстати, Оль, ты знаешь, в чем хитрость? Смотри, вот ты обычно жалуешься на то, что ты невысокого роста, поэтому платье тебе бывает слишком длинное. Да. А я тебе скажу, что это платье под твой рост подстроено. Вот расскажи, почему? Прям четко по щиколотку, прям так, как я люблю. Смотри, какая хитрость. У нас, кстати, и варианты носки могут быть. Мы с вами можем варьировать высоту посадки этого платья по талии. Вы всегда можете сделать талию высокой, платье станет чуть покороче, вы подчеркнете свою талию. И благодаря этому еще сделаете такой напуск сверху. А это, кстати, скрытый животик и бока. Но если вам захотелось платье подлиннее, например, или у вас верхний тип фигуры, и вы хотите акцент сделать на бедрах, вы всегда можете эту самую эластичную ленту в талии опустить. Как только вы это делаете, платье становится более длинным, акценты смещаются, то есть вы всегда можете подстроить это платье именно под свою фигуру и именно под свой рост. Какой у вас рост? Какой у вас размер? Друзья, сегодня платье Кармелита подстроится абсолютно под любые ваши параметры. Только сегодня максимальная скидка, звонки бесплатные. Ну и делайте свои первые покупки, ведь такое платье шикарное в магазине, учитывая расход материала дорогого, будет стоить, ну сколько, 6 тысяч? А? Ну я думаю, что тогда где-то такая средняя цена. Тем более, учитываем, Оль, что здесь у нас еще и платье-то непростое. Платье брендовое, от бренда Лавира. Ну а давайте посмотрим еще на одну хитрость этого платья, почему оно нам так нравится. Идеальная посадка и по линии плеча. Смотрите, у нас здесь с вами рукав цельнокроенный плюс спущенный. Это значит, вот такая свобода в зоне проймы. И это значит, вы видите, в зависимости от вашей ширины плеча, платье очень мягко, облегая ручку, подстраивается именно под ваш тип фигуры. Ох, какая растяжимость! Слушай, идеальная дистанционная покупка. Ты знаешь, когда я выбираю для себя платье, если оно не садится по плечам, смотрится как-то мешкообразно, не нравится. Мне нравится, что здесь прям все четко для вас. Специальное предложение только сегодняшнего дня.